Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Продолжаем играть в Killzone Shadowfall. И вы можете видеть, что Борька отчаянно сражается с этой летучей тварью. Будем пробовать ему помогать. О, так вот мы ее быстро замочили. И начнем эту серию с прослушивания аудиодневника. Чего и, и про что узнаем прямо сейчас. Вирус является генно-специфичным. Изначально он должен был атаковать только хелганский геном. Однако с помощью Массар наши ученые смогли модифицировать его. И теперь вирус, напротив, действует только на виктанцев. Это стало причиной оживленных дебатов среди моих коллег. Похоже, в наших геномах значительно меньше различий, чем полагают многие хелгастые. Генетически мы с виктанцами почти идентичны. И даже спустя многие десятилетия мы по-прежнему сохранили много общих черт. Так, ну понятно, о чем идет речь, да? Это в самом вирусе, эксперименты над которым мы видели в одной из первых серий. Ну где эти подопытные? Я не люблю, когда меня игнорируют. Я не замолчу, пока мне кто-нибудь не ответит. Так, эта докторишка-то такая еще, блин, нацистская бабенка. Подопытная. Так, что за оружие? Так, ты плохой или хороший, друг мой? Синий огонек, значит, что для меня он безвреден. Отсюда я вышел, сюда не допрыгнуть. Но очевидно, что нам сюда вон она стоит. Так, что, с помощью троса только, если? По-другому никак? Так. А, там можно было мостик сделать, я правильно понимаю? Ну-ка. Соответственно, дверь откроется. Как вам гранатка? Ух, какая хорошая. Оглушающая, да? Хорошо. Так, туда нам точно не надо? Да, туда нам точно не надо. Проходим. Давайте испробуем, что я за винтовку взял. Мне кажется, я к ней мало патронов найду. Так. Стойте, тут кто-то есть. Ага. Хрена с два. Система зафиксировала активность в вашем всех. Наследуйте тоже. Неплохая винтовка, кстати. Да может и не бегать. Пополз-то. Так, ну-ка давай-ка его щит уберем. Хорошие у нее бронебойные свойства, я вам скажу. Я бы с ней походил, но мало патронов. Вижу. А у моей винтовки, блин, бронебойность-то будет вообще никакая по сравнению с той. Вижу. О, это турель. Откуда? Откуда ты взялся такой красивый? Так, еще вот луч бы не попасть. А то будет нам счастье. Так. Давайте сначала с этим разберемся. Умер, не умер. За щелкой не попасть. Передо мной противник.
Так, что, вывел он из строя, да? Турель, хорошо. Проходим дальше. Напряженное место, я вам скажу. Я прямо весь аж скукожился. Никого больше нету? Так, этот луч надо обойти. Попробовать. Посмотрим, что здесь. Да. Судя по всему, я могу туда пройти. Давайте поищем. Какие-нибудь дневники, комиксы. Так, я так понимаю, внизу нам делать нечего, да? Хотя допускаю, что там что-то может быть для нас интересное. По той причине, что очевидно, что нам туда. Так, фугасная граната. Берем, патроны берем, все берем. В хозяйстве все пригодится. Тут еще адреналин, да? Так, а это что за винтовка? Не, с такой мы уже ходили. Давайте побегаем с этой. Здесь есть ход? Ой, какая хорошая винтовка. Все, все. У нее прям чувствуется, когда стреляешь, она мощная. Я хоть правильно иду, да ё-моё. Я думаю, все эти лабиринты в итоге ведут все равно в одно и то же место. Ну, выгляни. Борька там в одного сражается. Все отлично. Так, там турель что ли стоит? Ну, не заставляй меня переключаться на снайперку. Блин, ну уж попадаешь вроде по прицелу. Хорошо. Пусто, не пусто, вроде пусто. Так, что тут? Мне все время кажется, что здесь так много всего, что я что-то могу упустить. Слышу голоса, но не слышу, откуда они. Это явно я мог со второго этажа зайти там, где я был. Куда, в принципе, я сейчас, наверное, и заползу. Чё тут? Откуда я могу прийти? Да, видимо, я пришел в нужное мне место. Ух, напряженочка. Долго будет взламывать. Судя по индикаторам вверху слева. А вот и она, да? Ну чё, человеком-учительница? Я же просила меня не беспокоить. У меня важная работа. Ну я тут как бы тоже мир спасаю так-то. Я не могу собраться, когда меня дёргают. Я ж тебе не за аспирином зашёл. Пульсар, 1-8. Я нашёл Массар. Понял, 1-8. Забирайте объект. Оружие там? Не думай, что я облажалась. Ты опоздал. Оружие давно готово. Оно ждет.
Это огромный прорыв по сравнению с Кассандрой. И я хочу еще увеличить мощность. Интересно, как оно покажет себя в таком масштабе? Пока мне приходилось опираться лишь на имитации и воображение. Уверена, ты в шоке. Но все дело в том, что ты просто слеп. Ты не видишь скрытые в деталях элегантности и красоты. Им всегда приходилось адаптироваться и выживать. Мы сдерживаем их развитие, они не могут реализовать себя, пока мы есть. Вы погибнете. Сэр, оружие готово. Оно на поверхности. Хорошо. Отряд сейчас ждет приказов. Можешь пойти с ними. Двигайся, Мазар, ко второй вышке. Там ждет группа эвакуации. Конец связи. Уходим. Сейчас. Они вернулись. Оп. Оп-оп-оп. А меня допустишь, нет? Вот тварь, а. Вот тварь, а. Единственный способ выбраться — заложить взрывчатку. Так, а почему дверь-то ко мне не открывается? Не открывается. Так, ну, видимо, мне нужно вернуться, да? Так, подняться я здесь не могу. Мне показываешь сюда? Вижу. И невесомость. А у вас-то нету такого костюмчика с невесомостью. Ой, полетели, полетели. Так, мне нужно за ним лететь или на нем? Ой-ой-ой, откуда? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, большие птички. Что делать? А, я могу стрелять? Да тихо ты! Тихо ты! Хоть предупредили, спасибо. Так, а у них какая-то цепная реакция, несколько взрывается сразу. Откуда? Вон там вижу впереди группу. Тихо, тихо, не паникуй. Че, ты померла, что ли? Ты же вроде в этом месте была. Да ё-моё! Я хоть убей, не понимаю, откуда они стреляют. А вот теперь вижу. Снизу. Со всех сторон, блях, от сандаликов. Вижу. Где еще? Бил? Да уже убил. Так, ехать-то далеко нам еще, нет? Да откуда вы взялись-то? Блин, они как прилетают, как эти. Да подожди ты. Взрыв тебе. Не будет никакого взрыва. Давай уже долетай до него быстрее.
Так, я там вместе с тобой или куда мне? Или я через отдельный терминал залетаю? Блин, муторно эта вот часть вообще. Во-первых, он как в масле катается, тяжело управлять. Так, я уже хочу приземлиться. Аллилуйя. Так, давайте пока почитаем газету, немножко отдохнем. Вектор продолжает грозить новому Хилгану. Несмотря на многочисленные заверения Визари, что наша великая нация не имеет никакого отношения к данным терактам на Векте, и что мы готовы помочь вектанским силам безопасности любыми возможными способами, руководство отказывается отвести свои крейсеры со стратегических позиций вдоль стены. В последнем заявлении вектанского правительства говорится о том, что реальная и прямая угроза по-прежнему существует, и что правительство будет защищать свой народ любой ценой. Очевидно, что вектанская пресса и правительство продолжают распространять ложь. Ну, понятно, политика. Вектанцы атакуют, а хилганцы вверх лапками, мы такие всех хорошие. Гир предвкушает свободу. На Гире продолжают торжество в честь победы хилгастов на выборах. Ладно. Лидер черной руки убит. Государственная безопасность больше не сможет причинять вред нашей великой стране и угрожать жизни ее граждан. Ну, тоже понятно, можно не читать. Так. Она прошла дальше, соответственно, и мы можем. Троянец 5-5 на позиции. Понял. Мы уже рядом. Все, продвигаемся. Я знаю, об этом рано говорить, но ты не мог бы выяснить, когда я получу доступ к своей лаборатории? Шевелись! Просто хорошо бы знать заранее, как она меня бесит, а? Готовиться. Ну, на худой конец я могу выполнять простые вычисления в уме. Буду набрасывать планы новых исследований. Ты поможешь нам все это остановить? Нет! Нет, ты ошибаешься! Вы совсем не изменились! Все та же раса трусов. Ты можешь при этом, при том, что ты на меня ругаешься, еще и быстрее идти? Они где-то над пусковой трубой. Быстрей! Что я, по-твоему, могу сделать? Изобрести вакцину? Так. Ха! Подумай головой, здесь явно будет жаркая битва. Я не стану помогать вам ни за что. Ты не понимаешь. Это работа. Все, что у меня есть. Без нее мне незачем жить. Что-то мне не нравится это место вообще. Надо, блин, занимать позицию где-нибудь. Так, я так понимаю, это взрывающиеся такие барьеры, да? Столько много всего. Ну, что ты ждешь-то меня? Пошли. Будешь еще какие-нибудь гадости мне говорить? Параллельно. Так, куча патронов. Просто куча. Что за винтовки? Воу. Что-то серьезное. Патроны-то не подбираются, не могу понять. У меня же вроде не по максимуму. Так, ну еще выше, я так понимаю, да? Так, что ты где зависла-то? Так, ну вроде у меня хоть будет отряд на помощь, уже... неплохое подспорье. Чисто хотя бы морально, что ты не один. Эванс, заткни ей рот. Сэр, наш корабль серьезно поврежден. На нем не улететь. Мои парни готовят к полету бомбардировщик Хилгаста. Нужно укрытие, если опять нападут. Да, сэр. Есть потери. Остальные наши бойцы занимают оборону. Эванс, а ты продолжай работу. Идем. Так, ну я так понимаю, нужно занимать оборону.
Давайте так и сделаем. Чувствую, сейчас словно повоюем. Бери, что осталось. Элгасты пока только пробовали нашу оборону на прочность. Мы смогли перекрыть большинство выходов. Кроме тех, что спереди от нас. Они вот-вот вернутся. Типа снайперки, да? Я понял. Я что, не могу взять другое оружие? То есть стоковое свое поменять тупо не могу. Попал, не попал? Вроде ж попал. Так, Борька, ты что сидишь? Воюй. Блин, вроде такая пробивная винтовка. Серьезные ребята бегут. И это еще не основные силы, как я понимаю. Так, откуда? Вижу. Ребята, по-моему, они пробрались внутрь, нет? Серьезная вещь. Но она больше на разрушение щитов. Так, использовал адреналин. Эта пушка чисто на разрушение щитов. И на оглушение. Насколько я понимаю. Как вам без щитов, пацаны? А, они уже новые поставили. Так, ну кто? Давайте, я выбиваю щиты. Вы выбиваете их. Гранатами тут все закидаем нафиг. Что-нибудь получше есть из оружия? О, турель туда поставил. Вроде пока получается. Более-менее. Главное, чтобы всякие пауки не поползли. И Бетти. Тогда можно будет жить. Где они столько хилгов-то набрали, блин? Осторожно. Не добежишь.
Не, мне определенно нравится эта пушка. И мне нравится, что у нас еще и турель есть. Оживляй. Мне надо куда-то убежать. Только я пока не понял, куда. Атакуйте челно. Я прикрою вас из орудия, но... Так, мне сюда, да? О, пошла вода горячая. Все, челнок обосрался. Надо было сразу сюда заползать. Была такая возможность, интересно. Главное их не подпускать. Ну вот они и Бетти, да? В больших количествах. Так, челнок, я так понимаю, мы не завалим. Но я по нему стреляю. Видимо, челнок выполняет только функцию доставки противников новых. Мне на секунду показалось, что они отступают, нет? Да, стреляйте им в спину, стреляйте им в спину. Так, как мне выйти? Ух, ну было непросто. Эй-эй-эй, отставить, сержант! У нас приказ, сэр! Что вы делаете? Ее нельзя возвращать Синклеру. Не обманывай себя. Что там? Пульсар? Она здесь! Твою мать! Ты не чувствуешь их болезнь? Отставить, сержант! Келлан, убей ее! Растекается по тебе! Убей ее! Сержант, стой! А это уже измена родине. Ей не жить. Что там? Что происходит? Массар мертва. Она спасла меня. Я ей верю. Я думал, ты умнее, Келлан. Я предупреждаю. Я не дам тебе все засрать. На кону на что? Я знаю, что делаю. Сбежишь с ней, безопасность не гарантирую. Ты знаешь, что делаешь? Синклер сделал выбор. Теперь моя очередь. Мы найдем оружие и уничтожим его. Иначе крышка. Всем. В атмосферу Хилгана входит челнок. Мы можем проникнуть туда незаметно. Вдруг он выведет к оружию. Давай! Я бы хотел на другом покататься. Это вам не американские горки. Ой-ой-ой-ой. Не упусти челнок. Это наш единственный шанс найти оружие. Он подбит, снижается. Следуй за ним. Ориентируйся на дымовой след. Если что, это не я им управляю. Мы просто смотрим кинишку. Мы вошли в атмосферу Хилгана. Теперь можно сбрасывать десантные капсулы. Ну круто. О, полетели. Начинаем главу 8, мертвец. Ну, начнем мы ее уже в следующей серии. А пока спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Продолжает.
Пока. Держи.